То, что вы сейчас видите, произошло 3 февраля около часа дня на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы. Данные о пострадавших первоначально разнились. Сейчас мы говорим о 6 пострадавших, 5 из которых пешеходы. Люди стояли у светофора в ожидании разрешающего сигнала. И в этот момент их буквально смели 2 столкнувшиеся на пересечении проспектов машины. Ребят, каталку сюда еще одну. Столкнулись автомобили Volkswagen и Kia. По данным ГИБДД, Volkswagen поворачивал налево с проспекта Победы на Волоколамский проспект. Kia шла прямо со стороны площади Терешковой в сторону Копошвары. Предварительно водитель автомашины Kia двигался с превышением установленной скорости движения. И к тому же в Kia затемненные окна. Тонированные. Да. Сам водитель Kia утверждает, скорость не превышал. Здравствуйте. Скажите, вы на какой сигнал светофора ехали? Зеленый. Зеленый был, да? У вас была скорость большая? Нет, не была большая скорость. Вы видели, что поворачивает Volkswagen? Видел, но не успел, реакция не сработала, тормозить не успел. Как что произошло? Вы куда-то что-то вильнули или как или так? Нет, прямо я ехал прямо по главной дороге, соблюдая скорость и направлялся в сторону Копошвара. Вообще в спортзал ехал. А сколько примерно вы ехали, скорость не помните? Примерно, может, 72-73. И еще одна деталь. В Kia, в том числе и лобовое стекло, тонировано. Почему у вас тонированные окна? Я не могу на это ответить. В этой мясорубке, по данным спасателей, самые серьезные травмы получил водитель «Фольксвагена». У мужчины буквально хлестала кровь. До приезда скорой первую неотложную помощь человеку оказал врач аварийно-спасательного отряда области. На место прибыло несколько карет неотложки. Всех пострадавших доставили в больницу. Вы в командуете с Киви? Или вам отсюда? Отец, не видно. Так, отойдите, не видно. Пусть он попадет, водитель. Да, можно выпасть. Олег, попадает колесо правое? В 3 часа дня, когда репортаж готовился к эфиру, стало известно, водитель «Фольксвагена» скончался в больнице. И еще, по словам сотрудников полиции, когда случилось это ЧП, многие прохожие вместо того, чтобы помогать пострадавшим, стали снимать происходящее на свои мобильники. 3 февраля в регионе начался первый этап новой транспортной модели. С утра из некоторых районов Твери горожане на работу добирались с трудом. С утра, видимо, действительно была какая-то непонятная ситуация. Может быть, многие не разобрались и на линию не все вышли. Да? Сейчас, видимо, ситуация нормализовалась. И уже автобусы появились, и других маршрутов они работают. Этим же утром с 7 часов во всех районах областной столицы работали мобильные группы из числа сотрудников УГАДН, ГИБДД и ОМОН Росгвардии. Проверяли автобусы, незаконно работающие на маршруте. Подробности в следующих выпусках патрульной службы.